Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко рассказал об угрозе наступления украинских войск. Украине Минск не нужен. Уважаемые друзья, я заявляю это ответственно. Украина делает все возможное для того, чтобы Минские соглашения были сорваны. И сорваны, они хотят сделать так, чтобы сорвали мы их, не они. Чтобы они с чистыми руками объявили о том, что мы все, себя снимаем все обязательства, потому что мы сорвали Минск. Минск нужен был Киеву только для одной вещи. Он его подписывал, помните когда? Когда Дебальцевский котел захлопнулся, и они пытались этого котла вывести своих солдат. Для них это была самая страшная вещь. К сожалению, или к счастью, для Киева, к счастью для нас, котел захлопнулся, котел был уничтожен. И после этого котла украинские вооруженные силы, процентов на 70 потеряли свою боеспособность.